Эфир. Эфир, самые молодцы. А как называется край, в котором мы живете? Россия. Это страна. А край? Алтайский. Молодец. А какой главный город нашего края? Россия. Нашего края? Какой? Рядом с нашим селом находится город большой, а название? Молодец! Молодец! А вы знаете фамилию нашего алтайского земляка, который первым полетел в космос? Петербург. Тише, ребята. Вы первоклассники, первый раз в первый класс, а он первым полетел в космос. Знаете? Да, собачек. А с Алтая? О, молодец! Молодец. Даже это знаем, молодцы! Герман Титов у нас первый с Алтайского края отправился в космос. А знаете ли вы писателей, которые на Алтае у нас писали? И стали очень-очень знаменитыми. Никого не знаю. Книжки писали хорошие. Я думала, Пушкин. Ну, это круто, ты сильно взял. Пушкин, конечно, очень хороший писатель, но не с Алтая. Может, они не стучите? Не знаю. Не слушайте. Толстов? Нет. Шукшин. Василий Макарович Шукшин. Вот теперь вы знаете. Вот видите, первый раз пришли в библиотеку, сколько нового узнали. А животных, которые в крае водятся, вы знаете? Рысь. Какие молодцы. Давайте будем угадывать. Заяц. Только давайте не выкрикивать, а руку поднимать. Давайте будем угадывать сейчас. Так. Это кто за зверь лесной встал, как столбик под сосной, и стоит среди травы, уши больше головы? Заяц. Молодцы. А вы внимательно слушайте загадку и отвечайте. Хорошо? Всю ночь летает, мышей добывает, а станет светло, иди в тот. Молодцы какие. Все, дослушивайте. До конца дослушивайте. А вы ошибетесь. Да, у него в полосках спинка. Хвостик легкий, как пушинка. Все запасы, как в сундук, прячет в дупло. Белого. На речках лесорубы в серебристо-бурых шубах и деревьев. Нет, а вы дослушайте. Дослушайте. Из деревьев, веток, глины строят прочные плотины. Молодцы, молодцы. Хожу в пушистой шубке, живу в густом лесу, в дупле на старом дубе. Орешки я везу. А у нас есть белки, нет, здесь? Есть. А где они есть? Вон там, сзади. Они прямо вот тут прыгают, вот, белочки. Да. Что за зверь опасный ходит в шубке красной? Снег разгребает, лыжи хватает. Лиса! Какие вы молодцы! Черный жилет, красный берет, нос как топор, хвост как упор. Дятел. Молодец. Вот это да. Дятел. Молодец. Красногрудый, чернокрылый, любит зернышки клевать. Молодец. Вы дослушиваете до конца. Хорошо? А хорошо ли вы знаете школьные предметы? Вот что, чем вы будете пользоваться? А вот давайте проверим. Давайте сначала загадки поугадываем, а потом потрогаем. Вы цветным карандашом все рисуночки раскрасьте. Чтоб подправить их потом, очень пригодится пластик. Молодцы! Я весь мир слепить готов. Дом, машину, двух котов. Я сегодня властелин, у меня есть пластилин. Молодцы! Я готов к учебным стартам. Скоро сяду я за парту. За парту. Какие молодцы. Углы рисую и квадратики на уроке математики. Углы и квадратики разве на русском?